Какие планы? Давай ко мне поиграем в Mario Kart. Не, меня знакомят со сводным братом. Он после реабилитации полегче. Это он? Секси! Не говори. Только это Шотти, его спонсор. Это не Люк? Вот Люк. Черт! Торчки же обычно тощие. Ну что, Эрика, ты, наверное, рада обрести старшего брата? Еще бы не рада. Еще один посторонний человек в доме. Без обид, дружок. Ой, ты в порядке? Врезать бы тебе по мордасу, да не хочу портить кубки, которые тебе папочка оплатил. Зато мой папочка не в тюрьме. Блестящий юмор. Люк сложный парень. В свое время он обвинил учителя в домогательстве, а недавно видел его на улице. Прижать педофила — наш общий моральный долг. Будем сидеть тут, пока он не начнет кому-нибудь домогаться. Не дождемся, он же профи. У него, небось, для этого дела данжен есть. Чего? Да. Сто пудов. Зои Дойч — восходящая звезда. Мы знакомы? Что? Точно, боулинг. Ты тот секси-старикан. Мы с подружками давно на твои прелести любуемся. Прелести? Да. Бог мой. Ну ладно. И какой у нас план? Может, влезем к нему и свяжем? Точно, сделаем эту сучку своим рабом. Сюрприз! Я к тебе не клеюсь, не думай. Это во мне комплекс Электро говорит. Смешно и трогательно. Где была прошлой ночью? С подругами. Что делали? Чуть повыше. Влезли? Погоди. Ищу нужный фильтр. Тампоны покупали, а вам-то что? Дерзкий. Смелый. Эй! Что это было? Совершенно непредсказуемый. Мы мстители. За нас. Ты в порядке? Нет. Разве по мне не видно? Цветок. Вы куда, ребят? Купим крэк, закинемся. Все нормально, они не за наркотиками, пусть общаются. Да понял я.